Как правильно зарегистрироваться на обучающей платформе VivaStars и получить доступ к учебным материалам? На странице сайта нажимаем на кнопку «Бесплатная регистрация». С главной страницы «Века роста» в правом верхнем углу нажимаем на «Регистрация». В поле «Компания» пишем «VivaSun» по-английски. В поле «Электронная почта» заполняем адрес своей электронной почты. Отмечаем чекбокс «Я согласен с условиями регистрации». Проходим капчу. И нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». Сервис отправляет на нашу почту письмо. Ждем, когда письмо придет в ваш почтовый ящик. Практически всегда письмо приходит в папку «Входящие», но иногда приходит в папку «Спам». Проверьте и ее. Для того, чтобы продолжить регистрацию на платформе, дождитесь получения письма от сервиса на свою электронную почту. Письмо будет с темой подтверждения электронной почты. Откройте это письмо и пройдите по ссылке в письме. Вы перейдете на страничку регистрации в сервисе. Придумайте пароль и сохраните его. Заполните поля фамилия и имя отчество. Правильно заполните свой контактный номер, иначе с вами не смогут связаться. Если на этом номере есть мессенджеры, WhatsApp, Telegram, либо Viber, щелкните на соответствующий значок. Выберите свою страну проживания. В поле «Регистрационный номер» в компании VivaSun внесите свой регистрационный номер. Если вы не зарегистрированы, вбейте произвольные цифры. В поле «Регистрационный номер спонсора» внесите номер, который сейчас высвечен на экране. Ошибка в этом номере приведет к тому, что вы не сможете подключиться к нашим обучающим курсам. Если номер введен верно, при нажатии клавиши «Табуляция» вы увидите имя человека, к обучающим курсам которого вы сейчас подключаете. Нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться», получаем сообщение об успешной регистрации и автоматически попадаем в личный кабинет. Стартовое видео можно пропустить, нажать на кнопочку «Посмотреть позже». В правом верхнем углу вы будете видеть аватарку человека, который пригласил вас на обучающую платформу. Именно с этим человеком вы будете связываться, и он вам будет помогать с прохождением обучающих материалов. Он будет проверять ваши задания, отвечать на все ваши вопросы. Для того, чтобы получить доступ к учебным материалам, необходимо, чтобы ваш спонсор подтвердил вашу регистрацию. Нажмите на кнопочку «Связаться» и напишите человеку, который вас пригласил, сообщение «Подтвердите, пожалуйста, мой кабинет». Как только ваш спонсор увидит заявку от вас, отметит вашу заявку, все это делается руками, и нажмет на кнопочку «Подтвердить», в вашем кабинете после обновления странички вы увидите изменение своего статуса. Слово «Не подтверждено» исчезнет, и у вас появляется новостная лента нашего учебного центра. Вы можете начинать обучаться. Нажимаем на кнопочку «Обучение», выбираем «Обучение спонсоров» и подключаем первый курс. Сейчас система обучения построена таким образом, что вы можете подключить только первый курс, который так и называется «Начни с меня». Нажимаем на кнопочку «Подключиться», подтверждаем, нажимаем «Закрыть», и у нас открывается доступ к этому курсу. Нажмите на кнопку «Обучение» и начинайте изучать курсы по очереди. Попытка подключить другие курсы приведет к появлению окна, в котором вас попросят ввести пароль. Все эти пароли вы получите, когда пройдете первый курс. Последний урок «Как продолжить обучение» здесь будет как раз и рассказано, где взять коды для следующих курсов. Успешной вам учебы! Обязательно пишите своему спонсору, он вам будет помогать.